Приветствую всех на моем канале. Давайте посмотрим советы, подсказки вам от высших сил. Что хотят вам с помощью карт поведать высшие силы. Берем 5 карт и начинаем смотреть. Десятка пентаклей. Король мечей. Рыцарь мечей. Тройка мечей. Туз кубков. Знаете, что вам хотят поведать здесь высшие силы? У кого-то с мужчиной. Тройка мечей, разбитое сердце, боль, переживания из-за мужчины. Но здесь, знаете, как мужчина появится на пороге со своими хлопотами. Рыцарь мечей и король мечей, это, знаете, как его приезд, его хлопоты, его действия по отношению к вам. Возможно, это человек, действительно, у вас было разбито сердце из-за нее, из-за него. Но появление, вы знаете, как что-то в вашей жизни с ним улучшится. Десятка пентаклей. Как будто бы и туз кубков. Это сильное, это огромное чувство, это взаимная любовь. Это воссоединение. Вот как будто бы вы здесь излечите свою боль. Возвращение здесь мужчины. Это вам хотят сказать карты. Появление мужчины в вашей жизни. Возможно, знаете, мужчина, если у кого-то нет мужчины, вы пребываете в одиночестве, вот когда-то вам сердце разбивали, то здесь появление знакомства в вашу жизнь. Вы как излечиваете свое израненное сердце, вы излечите его любовью. Туз кубков, десятка пентаклей. У кого-то, знаете, отношения наладятся и достаток в доме. Счастье. Вы как будто бы начнете с этим мужчиной как все заново. Заново строить. Заново что-то создавать. В доме, возможно, уют. Возможно, ремонт. Ну вот как-то какое-то как обновление. Знаете, как будто бы из какой-то страшной сказки вы начнете попадете в сказку с хорошим концом. Туз кубков. Действительно, вы начнете отпускать боль. Вы, возможно, здесь и простите человека. У кого-то здесь и так. Если кто-то смотрит одинокий, здесь ворвется, придет в вашу жизнь мужчина. Мужчина. Давайте возьмем еще пару карт. Еще и девятка кубков. Четверка кубков. Пятерка жезлов. Карта звезда. И колесо судьбы. Знаете, кто-то может быть одинок и устал ждать своей любви. Но здесь действительно исправление ситуации. Знаете, вот такое ощущение, что здесь немножечко еще, вот может быть, по пятерке жезлов, может быть, подождать. Но смотрите, карта звезда и карта фортуны. Исполнение желания, еще и колесо фортуны. Две сильнейших карты. Девятка, десятка пентаклей, девятка кубков, любовь, четверка. Вы уже, кто бы здесь ни пытался что-то у вас забрать по пятерке жезлов, вы уже здесь ничего никому не отдадите. Здесь уже ваше, это ваше.
Карты обалденные, вот честно вам говорю. Даже после этих карт вот не хочу ничего выкладывать и, наверное, и не буду. Кто бы ни пытался вмешаться вот в вашу жизнь, здесь карта звезда, колесо года, колесо судьбы. Вы знаете, могу вот единственное, что здесь посмотреть, хочу вытащить, что же вы в прошлом такого испытали, что вот как дары небес какие-то идут, как какие-то идут светлые энергии в вашу жизнь. Наисветлейшие прямо энергии. Вот сейчас возьму три карты. Три карты на прошлое. Один, два, восьмерка кубков, четверка кубков, четверка пентаклей. Знаете, как, что бы ни делали, как будто бы вот вас это все уходило. Сколько бы ни работали деньги, как сквозь пальцы. Вот такое ощущение, что вот это колесо в прошлом, оно крутилось не в вашу сторону. В вашу сторону. По четверке пентаклей. Знаете, у меня здесь такое ощущение, что как будто бы как у вас забрали вашу удачу. И вот оно сейчас начнет возвращаться обратно. Возьму еще на карту прошлого еще. Двойка кубков. Семерка жезлов. Королева пентаклей. Семерка мечей. Предательство, обманы. Возможно, со стороны какой-то женщины. Двойственная ситуация. Это мог быть обман в любви. Тройка жезлов. Мог быть уход мужчины. Уход мужчины, уход удачи. Испортились отношения. Хотя все должно было быть как по судьбе, как все хорошо. Как будто бы здесь кто-то встал у вас на пути. Ну вот, возможно, это женщина, это третье лицо. Девятка мечей. Ваш кубков. Ведьма. Вот она. Девятка туз мечей. Девятка очень много боли вам принесла. Это женщина. Кого-то прям четко идет из-за женщины ведьма. Из-за мужчины. Тут могла быть у вас в прошлом, могла быть и магия. Ну вот она, победа. Ведьма и карта, ваша победа, понимаете? Вы словно одержали победу над каким-то, над очень чем-то темным. Я не буду смотреть негатив. Я сделаю расклад. Был у меня расклад негатив на мужчине, а сейчас я сделаю на вас, на два варианта. Ведьма и карта победы. Тройка пентаклей. Благодаря какой-то защите кого-то. Здесь амулет. Видите, камни, тройка пентаклей. Как будто бы вам тут как высшие силы дали какую-то защиту. И вы побеждаете. Побеждаете зло и какие-то темные нехорошие энергии. Борьба, да, по пятерке жезлов. Ну вот оно, колесо судьбы, звезда. Еще возьму вот эту карту победителя. И возьму сейчас вам
совет. Очень, очень шикарная энергия, вот честно говорю. Смотрите, такой год он, 2024-й. Кармический, да, вот кто делал, например, вам зло, в этом году они будут очень тяжело это все расхлебывать, наказание будет. Кто терпел, да, вот это зло, и кто боролся, тут сражался, вот они, понимаете, даются блага, даются дары, возвращение вам вашего. Вот здесь кто-то хотел забрать. И с мужчиной могли быть проблемы. Но вы одерживаете победу. Вот он, хоть этот високосный, но обещает быть очень хорошим годом. Давайте совет вам. Любовь. Вы любимы, даже если не чувствуете этого. Любовь уже спешит к вам. Видите, я же говорю. Вот он спешит. Вот он мужчина. Вот он на коне. Вот он со своими действиями. Со своими хлопотами. Как бы я сказала, если бы это были игральные карты. Плодородие. Чем раньше вы впустите нечто новое, к чему не были готовы, тем достигнете цели. Вот оно, плодородие. Звезда. Колесо. Победа, любовь, неуверенность. Не зацикливайтесь на том, что пытаетесь убежать любой ценой. Своими мыслями вы подкрепляете негативный сценарий. Будьте уверены в себе, будьте уверены, что вы победите. Возможно, этот расклад как-то придаст вам силы, уверенности в себе. Знаете, что вы любимы. Знаете, что идет в вашу жизнь, плодородие. Колесо судьбы начнет работать в полной мере. На возвращение вам то, чего у вас забрали и отняли. Будьте уверены в себе. Для этого, наверное, людям нужны расклады, чтобы получать вот это вот. Она незаменима, понимаете, это как психологическая поддержка, это толчок, придающий вам силы. Вот такой был расклад сегодня. Это подсказки вам, чтобы вы были уверены в себе. Только уверенность, вера приведет к вас вот к этой победе. Верьте. Верьте, что зло, оно все равно наказывается. А добро побеждает. Нас так учили в детстве, в сказках. Вот вспомните эти сказки и поймете. Вот такой был расклад. Всего вам доброго. До следующих видео.